картина «Близнецы» – одна из лучших советских комедий 40-х годов. В ДК «Родина» вновь собрание киноклуба. Неравнодушных любителей старых фильмов собирают здесь часто, почти каждую неделю. Сеансы бесплатные. Часто пенсионеры приходят вместе со своими внуками. Мы выбираем фильмы, которые, во-первых, предлагают сами бабушки. Да? Допустим, вот эти «Близнецы» предложили они, как «Счастливый рейс», потому что там выступают любимые артисты Жаров, перед этим был Крючков. А также мы сейчас нашли несколько иностранных фильмов, такие как «Джейн Эйр» будет фильм, «Чаплина». На собрание киноклуба приглашают интересных гостей. Сегодня зрители задали вопросы и поделились историями с директором Центральной детской школы искусств Валерием Чудиным.